Maybe can I prove you? Yeah, I guess you can let. It's so pumping arms, you know? And you're doing like this. Yeah, it's for power. Join us as we review Anatoly's epic gym prank on unsuspecting girls. Watch their hilarious and priceless reactions as Anatoly pulls off his best pranks yet. Get ready to laugh and be amazed at the creativity and boldness of these gym pranks. Don't miss out on the funniest and most entertaining moments from Anatoly's gym prank series. Yeah, my name is Anatoly, I'm cleaner here. А чуть потру. Это же в бане, конечно. Запачкали весь ковер. Не мешай вам ее. Можно я закончу? Да, да, да. Я тоже, конечно, да, хотел бы закончить очень сильно. Can I clean here? Yeah? Maybe can I do with you? It's possible. It's like No. It's for girl. Maybe with this it's possible. So I can do it. I need little bit. Сейчас прям. Ну, да, да, конечно. Я тут сзади, по как называется упражнение, я просто вижу, тут нагружает вас и сзади вот эти мышцы. Попа и бедра. Попа. Да. Попа. И тренируются. На них и девочки как-то по-другому смотрят. Они я думаю. Тренируются, вы не тренированы, не подготовлены. Нельзя. Мюзик. Это так сразу, не? Ну нет, конечно, нужно подготовиться, размяться хотя бы. А если мы сейчас подготовимся? Я тут посмотрю, да, как оно растягивается, получается. Угу. Да, растягивается, все правильно, да. Спасибо за ваше так. Good set, good day, good month, good year and great life. It's my devise. Оп. Таким вот образом. Оп. Вот. Я вижу, что качки так обычно не делают. Они что-то там поднимают. Сила мистера Мускула, да? Ну, да, он тоже влияет. И еще, да, воздержание сила. Хороший. Окей. Выпил вид спис. Two reps, please. Two more, yeah, please. And... Oh, yeah. Mm-hmm. I mean, you don't look like you're... Can I prove you? I have special method. Тоже в возрасте думал как-то попробовать, чтобы привести в тонус вот именно вот эту часть. Вот эту как-то. А как оно делается? Супинация. Ага. Задерживаешь. Ага. Дополнительно. Ага. Yes, you know this? I mean, yeah, I don't use it, but... You know about stretching, shaping, vaping, no? Not really, I mean, like... But it's very good for big weight. It's for biceps. You're doing this 2-3 times a day, and you have... For your I use only this. Okay. And look... Напрягаешь? Я пускаю. Все. Все под контроль. Анатолий. Александр. Уборщик, очень приятно. Сейчас попробуем, если вот такие какие-то... Так. Ох, хорошо. Я обкид ми. I'm sorry, but it's very good for maybe can I prove you? Yeah, I guess if you can let. It's so pumping arms, you know? And you're doing like this. Yeah, it's for power. Okay. It's special method. Просто обычно их мою, таскаю, то я привык уже. О, хорошо. О. Так же оно тоже делается. Оп. Оп, хорошие. 32-очки. А что-то уже... It's really good equipment. You think I should try it? Yes, you can try. Okay, and now you need to pay 20 bucks, I'm sorry. I pay 20 bucks to do this? No, 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 it's a trap. Call me anytime. Okay, Trainer Winnie Amin. Thank you very much. Yeah, have a good set. Уже чувствуется, как будто прям забивается. Прям хорошо. Я понял. Александр, спасибо вам. Хороший. Пойду дальше, сейчас там туалет еще нужно домыть. Спасибо.
I'm sorry, guys. Can I clean here? Yes. Yes. Ого. Это ручища здоровые. А вот это с гантелями вот этими, ты... Это на какую? Грудные. А, грудные. А я хочу тоже. Грудные просто. Можно? Попробуй, понятно. Покажешь, да, как? Спасибо большое. Давай. Поменьше? Да, поменьше. Как поменьше? Я взял уже поменьше здесь. I'm sorry, guys. I'm sorry. They really dirty gym. So dirty. Нормально такие будь. Походу придавило. А, не придавило, нормально. Нормально идет. Это ж поменьше они, да? Это да. Они как будто легче раз в пять. Ой. Sorry. You can do, you can enjoy, thank you. И хорошо прям идут. Ой, хорошо. Они же больше размером. Они легче казались, чем те, как будто. Это же на грудь было? Sorry, terrible, sorry, okay. I'm sorry, miss. Can I clean? He'll do it, no problem. Yeah. Yeah, thank you. Thank you. Фух. Погод. Yeah, I see. I'm sorry. Не будем мешать, если рядом с вами. Так, коврик. О, какой хороший коврик. Так, бабуль, ну, мне кажется, тебе легко будет, да? Ну, да, легко. Тогда... Запри. Yeah, just 1 minute, yes. And I have a little bit better exercise for glutes. If you want, I will show you. Yes, you need to stay not like this, but like this, and do it like this. And squeeze here, you know, and here. And after also you can do... Нормально. Просто ей врач сказал, чтобы я с ней ходил, отягощение делал. Нормально, да? Все, всем кашу мало ешь. Ага. If you need cleaning, you can text me, you can call me, because my number... О, теперь меняемся. Вот. Ага. Да. Давай, внучок. О-о-о. Вот это сила, вот это мощь. Все, ну все, надорвешься. Хватит, да? Ладно. Ага. Фух, here, like. Sorry for my English. I'm sorry. Thank you. My name is Anatoly. I am the best cleaner in the world. Thank you. I will clean here.